Привет, я Вилл Смит. Я снялся в таких фильмах, как Fresh Prince of Bel-Air. Еще люди. Люди. Вы. Черным. Люди в черном. Вот. Ну, и в многих фильмах. И сейчас мне надо сняться в новом фильме. Только я не знаю, где происходят съемки. Или Гайан. Или в Гайане, в Южной Америке, или в Македонии. В Европе. Ах, как же мне это понять? Друзья, поможете? Да. Так, пройдемся по всем книжкам и найдем подсказки. Куда же тебе, Вилл Смит, надо отправляться на съемки, в Гайану или Македонию? Ну что, в путь? Ву-ву! Ну, привет, мальчик. Где? Ты готова? Вообще, ура, девочка, уже дашь в приставку играть? Нет, мне не играть надо. Я актер, мне сниматься надо. А ты, девочка? Попросишь у меня что-нибудь? Я жадина, мне помогаю. Куда? Солнечные зайчики. Это где солнце больше? Где больше солнца? В Гайане или Македонии? Македонии. Ага, в Македонии больше солнца, говоришь? Ну ладно, давай, Македония 1 балл. Ха-ха. Так, следующий у нас. Питер Пен. Ну, я сейчас быстро своей подруге Золушке спрошу, она все расскажет. Ну, куда нам ехать? Золушка, куда нам ехать? Куда же ты, Золушка? Золушка, куда же ты? Ну, погоди! Ох, как ты так меня, Питер Пэном? Извини, Вилл. Мои друзья тачки нам помогут. Тачки. Тачки. Куда же вы, тачки? Золушка убежала, тачки уехали. Почему никто не слушается меня? Да попробуем. Гайана. Гвидо. Гвидо, это Италия. Так, Македония. Мония Маккуин. Куда? Да. Никто меня не слушает. Ну так поменяйте следующего. О, привет! Я Майк Вазовский. Меня слушаются все книжки. Я сейчас быстро найду, куда ехать. Гайана. Гусеница. Что? М. Медведь. Медведь? Где живут медведи? Македонии. Македонии? Ладно, Македония 2 балл получает. Ну еще раз, я еще раз попробую, можно? Давай ему. Пробуй. Гайка. Гайку закрутил и светильник починил. Гайана 1 балл получает. М. Мяч. Мяч. Ну вообще не похоже на Македонию. Мяч, Дим Димыч, поиграл, брюки новые порвал. Значит, Македония 2 и Гайана 1 балл пока. Следующий у нас Дори и Хэнк. Так, ну, может быть, молния скажет нам, куда ехать на съемки. Мы же Японию. Это же Азия, это вообще не туда. Италия. Италия? Нет. Или говорит Италия? Нет, но эти две страны Европы, да? Давай, может, тут попробуем. Г. Г. Герда. М. М. Мамонтенок. Какие еще мамонты? Откуда мамонты? Давай попробуем В. Вилл. В. В. Волк. Волк. О,
Смит, С. Страшила. Что? Я волк Страшила? Как вы меня назвали? До свидания, Хэнк. На огне расцвел цветок, яркий, будто огонек. Вот, это уже лучше. Ну, Скрэт, ты искал свои желуди, где они? Кто, я? Ты о чем вообще поешь? И где живет Чебурашка? В России. В России? Нет, в Россию я не поеду. Ну, Россия не походит, может, подойдет? Япония. Ну, я же говорил, что в Японию мы не едем. Не едем. Азия – это не для нас. Мастер Шифу помог банде стать настоящим воином кунг-фу. Тем более я не воин кунг-фу. Я просто в боевиках снимаюсь. Так, да. Идем дальше. Так. Так. Кто у нас? Дядя Деда. Ну все, я пошел спать. Дядя Деда, ты куда? Ох ты, предатель! Ну, Скуби-Ду. Так, что это у нас? Пираты. Это значит, на корабле можно куда-то поехать. Куда можно на корабле поехать? Гаяну. Гаяна 2 балла, Македония 2 балла. Так. Ну и спросим у этого мальчика, что он тут думает. Я пошел спать. Что такое? Ребята, а помогать кто будет? Это вообще... Катастрофа. Катастрофа. Кто мне помогать будет найти Гаяну? Что? Не понял. Да, ясненько. Ну, никто со мной не разговаривает. Золушка убежала. Тачки уехали. Тут книжка не разговаривает. Ну, может, эта книжка... Что? Да, Питер Пен, ты какой-то неудачный персонаж. Никто с тобой не разговаривает. Так... Зато со мной все разговаривают. Ну, Майк. Так. Глаз. Ухо. Нос. Язык. Что, это мои части тела? Да. Кожа. Круто. Да здоровый я, здоровый. Я могу сниматься в кино спокойненько. Ладно, тогда я быстренько сбегу к следующей книжке. Ох. Ну, девочка. Ну, и где это все происходило? В Македонии или Гаяне? В Македонии. Македония 3 балла получает. Ага. Гаяна 2 балла. Македония 3 балла. Ну, сейчас я спрошу девочки. Ну. Самолет.
самолет построим сами. Понесемся над лесами, понесемся над лесами, а потом вернемся к маме. В которой стране есть? Гаяна. В Гаяне есть, да? Ого. Это где самолеты? Аэропорт в Гаяне. Угу, 3-3. Ах, ну а ты, девочка, что думаешь? Дайте я попробую, дайте я со мной, ну, может, кто-нибудь поговорит со мной? Ну, попробуй. Последняя книжка вот для тебя. Ну, девочка, пожалуйста. Ну что такое? И девочка ни со мной не разговаривает. Ах, ужас. Горе мне, горе. Итак, осталась единственная надежда, главный эксперт, который скажет, где проходят съемки, в Македонии или Гаяне. Потому что счет пока 3-3. И главный эксперт у нас сегодня... Няня Бекасин, так где проходят съемки, няня? Какой ёжик? Гаян. Гаяне, круто. О, это Летус Мэш, как его? По-русски. Дай по-русски. Дождливый лес. Дождливый лес. Или лес дождей. Вечно зеленый лес дождей. Ну, и кого я буду играть там в лесу? В фильм «Летус Мэш». Ты будешь играть главные роли в фильме «Летус Мэш». Питер Пен! Ха-ха-ха! Что? Вы издеваетесь? Я Уилл Смит, чтобы играл Питер Пена? Я отказываюсь от роли. Пока, Гаяна!